Министерство ЖКХ Московской области запускает ежегодную экологическую акцию «Сдай старые шины на мегабак». Принять в ней участие можно с 15 марта по 15 апреля. У жителей региона есть возможность выиграть сертификат на покупку новых шин для своего автомобиля. Предыдущая подобная акция прошла в октябре 2021 года. Тогда удалось собрать более 3500 кубометров старой автомобильной резины.